Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме всерьез задумались над тем, чтобы списать штрафы ГИБДД гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. Вскоре инициативу планируется рассмотреть в первом чтении. Речь, однако, не идет обо всех нарушениях правил дорожного движения. Власти могут закрыть глаза только на незначительные проступки водителей. Если амнистия будет объявлена, она продлится 3 месяца. Трасса 101. Российское правительство утвердило поправки в ПДД, вводящие понятие «средства индивидуальной мобильности». К ним относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства. Если масса СИМ не превышает 35 килограммов, то на нем можно передвигаться по тротуарам с максимальной скоростью 25 километров в час. Если устройство тяжелее, то надо двигаться по правому краю проезжей части. При этом водитель должен быть старше 14 лет, а СИМ должно быть оборудовано тормозной системой, передней фарой белого цвета и задним фонарем красного цвета. При проезде пешеходных переходов необходимо спешиваться. Трасса 101. В 2022 году резко увеличилась доля поддельных автозапчастей и других товаров для автовладельцев. По данным аналитиков, сейчас их на рынке почти 30%, тогда как в 2021 речь шла о 14%. Специалисты разделяют контрафакт на 2 типа. Первый – продукция неизвестного происхождения, но продаваемая под известным брендом. Самый распространенный пример – моторное масло. Второй – имитация популярной марки. К примеру, когда название пишется на кириллице вместо латиницы. Эксперты полагают, что ситуация с серыми запчастями будет только усугубляться. Трасса 101. В России могут начаться продажи лифтбека Чинган Юни-Ви, который позиционируется как конкурент Hyundai Elantra и Skoda Octavia. Приблизительная стоимость китайца – 3 миллиона рублей. Оснащается он 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот. Лифтбэк обладает брутальной внешностью. Такой эффект создают в том числе безрамочная решетка радиатора, узкие фары, выдвижные дверные ручки и 18-дюймовые колесные диски. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.